Благодарственные письма ветеранам Великой Отечественной войны, слова сопереживания и поддержки участникам спецоперации, детские рисунки. В преддверии 78-летия со Дня Победы волонтеры Подмосковья организовали акцию «Письмо ветерану». Мы помним и тех наших героев Победы, и сейчас участников СВО. И вот моя дочь решила поддержать и участников СВО, и нашим ветеранам написать письмо. Я поздравила ветеранов с праздником. Счастья, мирного неба над головой. Акция прошла в музейно-храмовом комплексе «Патриот». Принять участие смог каждый желающий. Не только пишут, но еще рисуют. Подходят дети, мы им даем цветные карандаши, они рисуют звезды, танки, солнце. Но пишут по-разному. В течение дня 200 человек выразили на бумаге слова благодарности и нарисовали рисунки, которые к 9 мая передадут адресатам. Всем участникам вручили георгиевские ленточки, бессменный символ памяти о годах Великой Отечественной войны, уважение ветеранам, людям, отдавшим все для фронта и победы страны. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».